Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами пойдем посноркелим. Сегодня у нас замечательная погодка. Вот видите, прям небо голубое-голубое. И на острове небольшой прилив последние несколько дней. Так что снорклинг должен быть замечательный. Нам могут помешать только волны. А мы сейчас посмотрим, появились они или нет. Находимся мы в местечке Кома. Не, неправильно, Майхат. А рядом островок Кома. Слушайте, ну вода прям бирюзовая, прям без очков вижу. Ну, в очках, когда с поляризированными линзами, там получается водичка вообще голубая-голубая. А, блин, кайф. Сейчас посмотрим. Тут построили новый резорт. И, по слухам, вот этот резорт продаются уже путевки. Правда, не с России, сюда прилетают с других стран люди, но я не понимаю, в чем здесь прикол. Здесь пляж только для того, чтобы здесь заниматься снорклингом, но не купаться, потому что здесь много кораллов под водой, растительности и самое опасное — морских ежей. И без специальной обуви здесь просто опасно купаться. Вот я здесь с ластами, видите, ласты. Вот, у нас есть маски. Сейчас мы все втроем, я, Ника и Герман, пойдем купаться. Проведем подводную съемку. Вот волны есть, но они небольшие. Замечательно. Вот просто великолепно, я все это вижу. А, вообще круто. Все, наконец-то можно здесь посмотреть. Вода прозрачная. Вообще клево. Я давно не снорклил, наверное, уже полгода, ребят. Ребят, мы искупались, где-то прошло, наверное, 2,5-3 часа, очень долго купались, у меня даже чуть подобгорели плечи, спина, было очень весело. И у нас идет небольшой отлив, и из-за этого первые 100 метров приходится нас какими-то кораллами пузом цеплять, и из-за этого небольшой дискомфорт, но потом, когда мы отплыли дальше, там прям замечательно. Немножко нам мешали волны, потому что так накрывали, и вода была немножко мутноватая, но во всем остальном было зашибись. Не видели никаких больших рыб в этот раз, видимо, они сегодня отдыхают, выходной. Но у меня поменялось мнение по поводу пляжа, который находится именно для купания, прибрежный, вот возле этого резорта, потому что раньше здесь было очень много всяких ракушек под ногами, всяких водорослей. Сейчас то ли почистили, то ли просто лучше стало. Здесь мелко, конечно же, в отлив тут где-то по пояс максимум можно заходить. Когда прилив будет, наверное, по шею будет, но прилив у нас зимой. Но самое главное, вода очень прозрачная. Вот Ника подтвердит, прозрачная? Очень, да. Очень прозрачная, прям голубая вода. Мы прям с удовольствием искупались, и она наконец-то теплая, потому что все лето на Пангане вокруг была прям холодная вода. Кстати, когда заплывает чуть подальше, было такое, да, прям холодное, такая морская вода. Блин, прикольно было. Вот. Ну вот так вот выглядит пляжик. Не знаю, давайте сфокусируем. Вот. Видите, какая красота. Давайте я тебе вернусь из тени. Вот. На этом у нас все. В следующий раз мы поедем в какое-нибудь другое интересное место на Пангане. Если хотите, чтобы мы что-то посетили, вам показали, сделали какой-то обзор, пишите в комментариях, обязательно там побываем. Да, на этом у нас наше купание закончено. Всем спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал и всем пока!